Здравствуйте, с вами Александр на канале «Финансовая независимость». Аналитик от опытного инвестора, который уже достиг полной финансовой независимости с помощью инвестирования. Продолжаю традиционно аналитические выпуски по фондовому рынку и текущей мировой макроэкономической ситуации, так или иначе влияющей на наше с вами инвестирование. Рассмотрю новости различные, фондовые рынки США, России, коснусь Европы, Китая и так далее. Основные определяющие события, статистика и тенденции. Поехали. Начинаю с американцев, как всегда, но здесь совсем коротко, потому что новости и ситуация в России гораздо важнее и интереснее. Смотрим индекс S&P 500. Видим, что рынок снова занервничал. Сейчас инвесторы смотрят на инфляцию, следят за действиями ФРС, интерпретируют различные прогнозы, отчеты и заявления в корпоративном секторе. Пытаются учесть геополитику. Ну, чуть подробнее. Появились намеки от ФРС о том, что будет передышка в поднятии ставок. Это немного приободрило покупателей акций, но все же не все проинфляционные факторы уже ушли. Однако и тренд на снижение инфляции тоже очевиден, и игнорировать это не стоит, это уже факт. Тем не менее, стоит осознавать, что ставка ФРС США довольно-таки высока и некомфортна для существенной части американского бизнеса. То есть передышка – это вроде как бы хорошо, но это передышка на довольно высоком неприятном уровне. При этом многим экспертам очевидно, что экономика США все же демонстрирует силу, остается сравнительно уверенным и рынок занятости. Ну вот, кстати, рынок занятости начинает показывать зарождение некоторых проблем. Вот, стоит также посмотреть на облигации. Там ситуация не очень. Она пока указывает на продолжение проблем у акций. При этом всем рецессионная риторика хоть и ослабевает, причем заметно, но никуда не уходит. Предпосылки к возникновению рецессии в США остаются. Так что впереди, возможно, много интересного. Далее. Несколько слов про Китай. Здесь совсем коротко. Тут тоже высокая волатильность, ну вот график Hang Seng у вас на экране. Вышла плохая статистика по уровням экспорта и импорта, но поддержку китайскому рынку оказали новости о том, что власти создают новую структуру для поддержки частного сектора – Бюро развития частной экономики. Также можно отметить некоторый позитив по недвижимости после начала действия мер по поддержке этого сектора. Тем не менее, пока основная экономическая статистика выходит негативно. Ключе и продолжает влиять геополитика и повышение вероятности возникновения конфликта между США и Китаем из-за Тайваня. Поэтому преимущественно американские инвесторы постепенно выходят из китайских активов. Это, в общем-то, хорошо заметно. Но я, понимая и принимая китайские риски, продолжаю осторожные покупки гонконгских акций на СП-бирже, изредка покупаю их. Покупки эти своевременно оформляю в инвест-клубе. Ну и доля китайцев в портфеле у меня, конечно же, небольшая, очень осторожная. Далее. Несколько слов про Европу. Здесь совсем коротко, буквально по верхам. Европа, по сути, сейчас находится, переживает рецессию. Инфляция все же еще остается высокой, процентные ставки на повышенном некомфортном для бизнесов уровне, некоторые опережающие индикаторы тоже не вселяют уверенности в улучшении экономической ситуации в еврозоне в ближайшее время, остается давление со стороны рынка энергоносителей, в последнее время еще и газ снова начал дорожать, а это проинфляционный фактор, так что здесь пока много неопределенности и сложности. Далее, переходим к российскому инвестированию. Давайте посмотрим российские новости и экономические процессы, так или иначе влияющие на фондовый рынок. Итак, смотрим график индекса Мосбиржи. Здесь тоже очевиден продолжающийся рост, во всяком случае на этом пятилетнем графике, но в последнее время также очевидно и торможение. Дозревают предпосылки к коррекции, потому что индекс растет уже давно, вырос сильно, а поддержка со стороны дивидендных выплат, которая раньше двигала котировки акций ВЕК, закончилась. На данном этапе пока еще действует поддержка со стороны обесценивания рубля, но и курсовая динамика тоже уже подтормаживает. И чтобы здесь не повторять логику будущего курсообразования по валютам, порекомендую вам посмотреть вот этот ролик. Там очень подробно и с объяснениями рассказана перспектива валютного рынка на октябрь. Смотрите. Далее, вернусь к российскому фондовому рынку. Рисков много. И именно о повышенных рисках, кстати, нам говорит динамика курса рубля в последние недели и высокая волатильность на фондовом рынке. Именно о рисках говорит ухудшающаяся ситуация на рынке российского госдолга. Соответствующий индекс RGBI показывает неприятную динамику. Похоже, участники фондовых торгов начинают задумываться о том, что на ближайшем заседании ЦБРФ снова поднимет ключевую ставку. Заседание будет 15 сентября. Ждем результатов.
Таким образом, могут еще сильнее подрасти доходности по облигациям, и вследствие этого может усилиться переток из акций, например, в ОФЗ, где рисков по определению гораздо меньше, а доходность становится привлекательнее. Думаю, что сейчас это вполне может надавить на фондовый рынок, и начавшаяся коррекция имеет все шансы к продолжению. К тому же, лично я до сих пор вижу серьезные проблемы в российской экономике, несмотря на очевидный рост отдельных отраслей и секторов. И эти проблемы еще предстоит преодолеть, прежде чем уверенно заявлять об устойчивом качестве росте всей экономики. Тем не менее, опыт подсказывает, что на положительной, активной риторике рынок может расти долго и уверенно. И чтобы он развернулся, нужны действительно серьезные, фундаментальные, заметные негативные события, и их должны увидеть все. Ну или спусковым крючком для коррекции может быть что-то эмоциональное, например, со стороны геополитики. Я не обещаю, что и то, и другое обязательно произойдет. Вы прекрасно знаете, что я в своем инвестировании никогда не занимаюсь ставками на какие-либо события. Это глупо. Жаль, что это не все понимают. Но я однозначно учитываю риски. А риски есть. Как я только что сказал, они присутствуют и со стороны фундаментала, и со стороны геополитики. Конечно, я бы хотел, чтобы они не реализовались. Но не учитывать их возможную реализацию я себе позволить не могу. Ну а вы уж для себя сами решайте, как вам поступать. Тут уж у кого насколько хватит благоразумия и логики. А я добавлю следующее. Учитывать риски – это совершенно не означает бояться инвестировать. Это означает уменьшать риски возможных потерь конкретно для своей инвестиционной ситуации. Балансировать класс активов, диверсифицировать и так далее. Именно как раз этому я и обучаю себя в школе финансовой независимости. Именно это и нужно знать, чтобы правильно инвестировать. Вот. Я все же сейчас оцениваю перспективу российского фондового рынка как очень неопределенную, поэтому продолжаю инвестировать хоть и регулярно, но дозированно и очень осторожно. Слишком много непрогнозируемых факторов сейчас пока еще. Поэтому я не угадываю, я продолжаю покупать российские активы, это хорошо видно на закрытом канале, а при покупках четко придерживаюсь годами проверенной тактики, при реализации которой я учитываю возможные непредвиденные существенные потери. Отсекаю объемами, растяжением покупок во времени, конечно же, тщательным выбором эмитентов и обязательным учетом тех самых рисков, о которых сегодня сказал уже очень много. На этом все. Всем успехов, финансовой независимости. Да пребудет с вами сила сложного процента.